Анна Колесникова в отделении переливания крови Одинцовской областной больницы впервые. Сегодня ей предстоит стать донором. К важному дню девушка готовилась, следила за состоянием своего здоровья и строго соблюдала рекомендации специалистов. Полностью соблюдали рекомендации врачей, диету. Полностью поддерживали необходимую. В отделении переливания оживленно. Представители родительского сообщества организованно пришли на донорскую акцию. Сотрудники медучреждения говорят, сейчас участие особенно важно. Количество доноров уменьшилось, а потребность в крови возросла. Для тех, у кого было кровотечение, для тех, у кого травмы, для рожениц, но для них в меньшей степени на самом деле. Для кого еще? Для тех, у кого какие-то плановые операции сейчас и для больных с ковидом тоже в том числе. То есть это вот основной контингент. Самая распространенная группа крови в России первая, самая редкая – четвертая. Ульяна Умусян со статистикой знакома, поэтому и не смогла пропустить акцию. Гражданский долг. И то, что такое чувство, что если я могу помочь человеку, да, вот кому понадобится моя кровь, то я буду очень рада, если эта кровь кому-то поможет. Да, у меня четвертая группа, положительная, редкая группа крови. Сейчас есть недостаток крови первой и четвертой групп, хотя чаще всего требуется первая и вторая. Впрочем, в отделении переливания рады всем донорам без исключения. Сдать кровь можно по вторникам и четвергам с 9 до 12 часов. При себе необходимо иметь паспорт. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».